Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами будем запекать курочку. Такая вот у меня курочка. Сейчас я ее помою и положу. Так, вот она, наша курочка. И сейчас мы ее будем разрезать вот так вот половиночку. Крылышки там оставлю. Так, что-то еще, кстати, тут видела. Так, то, что у нас там вывалилось, я сложила под кожу. А, это вот оно. Ладно. Под кожицу. Так. Заодно у нас сегодня с вами плюс обзор вот такого вот майонеза. Майонез «Красная цена», 150 миллилитров, был по 13 рублей по акции. Вот, до 2020 года, февраля. Вот, продается в «Пятерочке». Состав просто большой. 3 Е-добавки, ну и там... правда, вода, масло, так, что там, крахмал, картофель, крахмал, так, соль, уксус, стабилизатор такой-то, регулятор кислотности, консервант. Хотя, в принципе, обыкновенный состав, ну и 3 Е-добавки, хотя бы их там 3, не так много. Вот. Сейчас мы его с вами опробуем. Я попробую его на вкус, как обыкновенный майонез, то есть соленый, все, но как будто он сделан не как магазин, вот эти все майонезы, а как будто он из сметаны. Ну, то есть майонез сделан из сметаны с добавлением металла какого-то, что-то не знаю, такой вкус какой-то, то ли кисленький он, то ли странный, ну какой странный вкус. Вот он белый. Вообще прям белоснежный. Вот майонез мы кладем сюда на курочку. Так, и также нам понадобится, так вот не видно вам, да, вот так вот покажу, специя для мяса. Покупала я ее на обыкновенном рынке за 100 рублей, там 100 рублей 100 грамм, что ли, сейчас не помню. Там разные, кориандр там, вот что-то еще, не знаю, короче, что там. Просто скажете, для мяса не острую, я не острую отбрала. Она очень ароматная, мне очень она нравится. И ее посыпаем сверху. Майонез большую часть для того, чтобы она держалась. Вот. Ну, просто так она не очень держится. Ну, лично я так думаю. А разрезанная курица удобна, то, что можно специю посыпать абсолютно везде, со всех краев, где не каждый может попасть.
Если, допустим, она целая, то не всегда попадает туда. Обожаю эту специю. Крылышко там почти не попало. Вот, еще также можно лаваш. То есть она у вас запеклась, и вы ее, хоп, накрыли лавашом. Так. Так, и также мы ее посыпаем нашими семечками укропа. Его я тоже очень прям вообще обожаю. У меня они не перемолотые, то есть цельные. Вот так вот я им посыпаю, тоже не слишком много. Вот так вот чуть-чуть тут посыплю. Вот, обалденно. И теперь мы эту курочку ставим в духовку, но сначала мы добавим водичку. Немножечко водички тут с краю нальем. Вот. Отправляем в духовку где-то на час, чтобы она у вас хорошенько вся припеклась. Если вы знаете свою духовку, то может быть на 40 минут, иногда на 30 минут. То есть бывает по-разному. Видим, насколько холодная курица. И посмотрим с вами через час, какая она стала. Ну вот, наша курочка запеклась. Посмотрите, какая она красивая, поджаристая. Пеклась она у меня где-то 1:20 или... Ну да, где-то 1:20 она у меня пеклась. Посмотрите, какая она красивая. Такая прям... Корочка вот эта поджаристая. Пропеклась. Ну, конечно, полностью пропеклась будет известно, когда вы докушаете уже до косточки. Тогда уже да. И, кстати, крылышки, смотрите, такие поджаристые. Вот сейчас она у нас очень горячая, мы ее только-только вытащили, вот я вам ее показываю. Вот сыну моему пойдет вот эта вот грудка, чуть-чуть она сейчас остынет, я ее буду резать. Вот уже прям, знаете, так не втерпешь, уже хочется скорее-скорее ее начать есть, потому что это нереально. Да. А ты арбуз ешь там, да? Арбуз ешь. Голодный ребенок. Вот такая вот курочка у нас с вами получилась. И это был у нас майонез «Красная цена». Самый-самый дешевый майонез, какой, наверное, только бывает. Дешевле, наверное, я еще не видела. Не знаю, может, какой-нибудь ашановский или какие-нибудь вот рентовские. Они, наверное, еще какую-то цену. Но получилось на вид, получилось точно такой же, как и обыкновенный магазинный, да, майонез. Вот. И смотрите, кстати, сколько получилось бульончика. Сейчас бы вот как раз лаваш вообще было бы просто восхитительно. То есть кладете лаваш сверху, эту курочку заворачиваете, можно вот этим всем полить, и будет обалденно вкусно. Да, куки. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Это был у нас первый рецепт. За ним последует попозже второй рецепт. Да. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем. Наши путешествия по городам, по нашему городу Самара. Дима, там не надо грызть, ты что? Вот, по нашему городу. И многое-многое другое. И всем пока-пока.